Всем привет, девчонки! Вы зашли на канал Чай Девчонок, и с вами я, Даша. В сегодняшнем видео у нас с вами будет сбор прокладок на следующий месячный, а именно на апрель. Сегодня мы с вами будем собирать прокладки в весеннем стиле, что-то максимально необычное, поэтому давайте уже начнем, не будем долго затягивать, поехали! Но, конечно же, перед сбором я бы хотела вам показать прокладки, которые у меня остались с прошлых месячных, с прошлого сбора на март. А именно вот такие вот три штучки. Здесь у меня Always Ultra на 5 капель, также Comfy Lady на 5 капель и Kotex Ultra Night на 6 капель. Все это я разложу по местам и начнем собирать прокладки на апрель. Я все разложила, теперь корзиночка у меня пустая, и начинаем сбор. Во-первых, конечно же, начинаем с ночных прокладок. Во время прошлых месячных у меня были максимально необильные выделения. Я предлагаю взять, наверное, прокладки от Naturelle, потому что все-таки весна, и весна у меня ассоциируется с чем-то зеленым, с чем-то ярким. Берем одну штучку в корзинку. И сама прокладка выглядит вот таким вот образом. Я очень сильно хочу взять прокладки Kotex Natural на 5 капель. По упаковке понятно, что это максимально весенние прокладки. Также возьму одну штучку. Вот такие вот прокладочки. Также я очень сильно хочу взять прокладки от Molpet на 5 капель. Тут также все мега зеленое, мега весеннее. Но эти прокладки пухлые, поэтому летом я их использовать не буду. Хочу их взять сейчас. И здесь достаточно интересные упаковки. Все в стиле Molpet. Максимально комфортная поверхность, это просто, наверное, мои любимые прокладки. Теперь я хочу взять прокладки Lady Like на 5 капель. Здесь у меня достаточно много прокладок, потому что это новинка. Беру одну штучку, и пока у меня есть время, хотела бы вас спросить, какие видео от меня вам нравится смотреть. То есть там те же самые MS-влоги, сбор прокладок, либо же какие-то разговорные видео по типу, где я вам рассказываю какие-то хорошие прокладки, либо же мои любимые ночные прокладки, что-то в таком роде. Я буду все это учитывать, и в будущем ваши любимые видео буду снимать почаще. Вообще, в принципе, пишите комментарии, я очень люблю их читать. Мне действительно очень интересно вам отвечать на комментарии, как-то взаимодействовать со своей аудиторией, как я считаю, это очень классно. Ну, а прокладка выглядит вот таким вот образом изнутри. Здесь максимально приятная поверхность, такие вот подушечки, также есть чип и мега милый дизайн. Взяла одну штучку, повторюсь, и уже переходим дальше. Я возьму опять-таки Always Platinum на 5 капель. В прошлом сборе я вам говорила, что хочу побыстрее использовать все прокладки, и вот у меня осталась одна штучка, берем ее. И сейчас я вам хочу показать ее в открытом виде. Эта упаковочка у меня теперь пустая, наконец-то. И в скором времени в каком-то из видео вы узнаете, почему я побыстрее хотела избавиться от всех прокладок. И вот так вот выглядит сама прокладка Always Platinum. Очень мне нравится их поверхность. Она мега комфортная. И переходим дальше. Наконец-то приступаем к 4-капельным прокладкам. Я бы хотела взять прокладки Nice Lady на 4 капли. Здесь мега красивые упаковочки. Они в таком очень красивом голубом оттенке. Вот такие вот прокладочки. Здесь поверхность сеточка. Уже два сбора подряд. Я никак не могу взять прокладки от Always Sensitive на 4 капли. Внутри мы видим такую вот тонкую прокладочку. Здесь есть маленький дизайн, также прошивочка. Но по качеству мне очень нравятся эти прокладки. Примерно под конец третьего дня я считаю, что это максимально удобные и комфортные прокладки, которые только можно попробовать. На самом деле мне очень понравились прокладки Medical Care. Они на 4 капли, и я с удовольствием возьму еще такую одну штучку. Хоть я их использовала в марте, но почему бы и нет. Просто посмотрите на их поверхность. Она мега классная. Здесь, по-моему, что-то по типу сеточки, но сеточка максимально мягкая. Также есть бортики, маленькие крылышки, клей очень хороший. И просто, я не знаю, что еще можно сказать, эти прокладки мега классные. Теперь идем дальше, и я бы хотела взять прокладки от Naturelle Ultra на якобы 4 капли, но на самом деле они на 3 капли. Возьму одну штучку, в прошлый раз я их не собирала, но под конец месячных, в марте, они мне очень сильно пригодились. У меня был тот самый период, когда вроде бы идут месячные, но как бы их мало, поэтому на всякий случай беру одну штучку. И вот такие вот прокладки в открытом виде. И давайте возьмем последние прокладки в этом сборе, а именно прокладки от Vivi Ultra Dry, они на 4 капли, и возьмем одну штучку. Я не знаю почему, но, наверное, на меня так влияет весна, что когда я начала снимать это видео, мне стало мега комфортно. Я не знаю, вот когда я начинаю снимать видео и что-то вам рассказывать, мне становится очень тепло на душе. Понимание того, что ты не просто так все это делаешь, что ты не просто так все это снимаешь, мне очень нравится. Особенно, когда вы мне пишете какие-то вопросы, на которые я с легкостью могу ответить, либо же просто вам что-то рассказывать, мне очень нравится.
Я очень рада, что у меня есть вы, моя аудитория, поэтому большое вам спасибо, что смотрите меня. Почему-то такие слова я говорю только, когда у меня, например, становится больше подписчиков, либо же какой-то праздник, но я знаю, что это надо говорить чаще. Большое вам спасибо, девочки, я очень вас люблю. И с таким вот хорошим настроением, ну, самое то заканчивать видео. В общем-то, прокладки выглядят вот таким вот образом. Здесь сеточка, и она максимально комфортная для меня. И, в принципе, на этом заканчивается видео. У меня получилось 10 прокладок, мне этого хватит с головой, поэтому большое вам спасибо, что посмотрели это видео. Спасибо вам за то, что собрали эти прокладки вместе со мной. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну и не забывайте, что я вас очень сильно люблю. Пока-пока!